Вы, наверное, все уже видели зимние панамки, как их называют. Я бы назвала это шляпками, но сейчас они вошли под таким названием, как панамка. Зимняя, утепленная, варианты разные. Не могла пройти мимо, потому что очень нравится. Хотела с пуханорки связать, но покопалась у своего хомяка, нашла вот такую пряжу. Посмотрите на эти пайеточки прозрачные, которые переливаются на солнышке. Вернее, солнышка сейчас никакого нет, но будут переливаться на солнышке. Вот и я подбираю узорчик на такую панамку, шляпку. Не знаю, как назвать. Вот сначала четверочка я провязала вот это вот начало лицевое, изнаночное. Вроде плотненько сидит, хочется, чтобы она была очень плотной. Потом вот такой простой узорчик. Лицевые петли, на другой стороне идет резинка, лицевая, изнаночная. Тоже интересный, но, конечно, немножечко гуляет. Хотелось бы поплотнее, не знаю, вот. С той стороны тоже интересно получается, смотрите. Какие интересные. Похож на рис. Но, видите, так как очерчено в одной изнаночной, не совсем рис. Ну, буду смотреть, что мне больше придется еще по душе. А ниточка, конечно, тут кашемир, шерсть. Вроде бы как, да, классная. Такая интересная пайеточка. Ну, конечно, как для меня, так колкая. Может, стирочка поможет решить вопрос? Ну, не знаю. Не знаю. Ну, по крайней мере, шляпку я хочу связать с нее. А там посмотрим. Может быть, какой-то подклад будет, чтобы именно то, что будет касаться лица, тут было более мягко. Ну что нитки лежать-то? Надо же ее на красивое дело пристроить. Думаю, как раз вот эффектная такая малиновая шляпка будет самое то. И еще тут кидмахер в составе. Длина нити 215 на 100 грамм.